Ты сейчас же поднимаешь, ты прям бьёшь, а ты сломаешь. Николай, ключи деньги. Прости меня, Кристо, ради. Плацкартные места заняты. Хорошо. Я бы ничего не позвонил, но я больше сказал не просил. Я бы попросил. Сейчас мы... А позвонила, не позвонила, я не знаю. Что там. Какое место? Место какое? 4260. Накормили. Ну я 4200 был. Димка у меня 4600. У нас такая порода. Породистые. И так они наловили. Мясные. Мясная порода. Царю небесный, утешителю души истины, ты же везде сы, и все исполняешь сокровище благих и жизни подателю, приди вселися мы. И очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Батюшка здесь, нет? Посмотрим. Батюшка, вас зовут? Нету. Отец Небесный, мы просим твоего отеческого благословения на это собрание. Будь милостив к нам, научи нас прощать друг друга от всего сердца, дабы мыслями нашими, чувствами, сердцем владел Ты, Духе Твоим Святом. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Проходи. Начни. С праздником! Спаси Христос! С началом Святой Четыридесятницы! Поприще! Да даст нам Господь пройти это поприще достойно, чтобы еще более достойными нам прийти к светлому празднику Светлого Христового Воскресения. Батюшке слово. Так вот, 4 календаря стали свободны. Можете разобрать, кому-то там подарить и раздать. Так, на наступающей неделе за вечерним богослужением в каждом храме читается, будет великий канон Андрея Крицкого, так называемый. Вы, если здесь, как договоритесь, будете, если здесь приходить, то... Да, если нет, то где вы там в храмы сходите, помолиться вам будет. Готовьтесь к исповеди, я через воскресенье. Буду через воскресенье. Следующее, значит, будет воскресенье нашего 9-го, значит, 16-го. Накануне в субботу, 15-го, будет исповедь проводить. И болящих на воскресенье, 17-го, посетим болящих. Волочек. Ну, что еще вам сказать? Как матушка? Болеет, но полегче стало. Там просто это какая-то повитуха на нас напала. Там. Вирус, наверное. Вот. Вчера приходит мне Игорь Барабаш и говорит, позвонила ему Зоя Диянова.
Помните такое? Да, конечно. Помните. Позвонила, просит, помогите как-нибудь. Что? Максима ее арестовали. И вроде там в СИЗО или что. Что-то связано там с наркотиками. Он нет, это его подставили там и прочее. Он такой хороший, он даже и там, ну, все блага, значит. Он такой хороший и все. Он даже дома там и вроде и молился, и все. И вот он попал. Помогите что-то. Это. Вот такое, значит. Ну, чем помочь? Молитвы. Чтобы Господь покаяние привел. Пока это все хорошо, мы как-то так и спокойно. Ладно, сынок, там дочка учится, все нормально, во всех кружках там участвует, где-то все благополучно. Никогда не скажет, там, батюшка, помолись о душевном спасении моего сынка, там, чтобы Господь направил его на истинный путь. Чтобы жил он по-христиански. Но никогда не про. А как что-то случилось, так сказал, ой, помогите, помогите. Умер, тогда бегут в церковь. Давайте, батюшка, ой, помолитесь, отпеть надо, чтобы со святыми. Как у всех. Чтобы со святыми он был. Заботиться нужно, пока живой. Никогда почти. Это очень редко-редко, когда просят помолиться о спасении души. А больше всего здравия, здравия и здравия. Здравия за здравие. Ну, вот так вот. Такое. Ну что, особых таких у меня больше никаких нет. Значит, мы будем там молиться неделю. Каждый день будет у нас молитва. Вечером, только будет вечером. Оно, значит. Ну и все. Батюшка, по собору они не будут. Пока я ничего не скажу, потом мы договоримся, еще пост еще не начался. Попаститесь. Да, попаститесь пока, помолитесь, а потом мы договоримся где-нибудь. Я договоримся тогда и болящих кого, тогда можно будет по собору. Соберемся здесь как-то. Вот так вот. Ко мне какие вопросы? Здоровье. Что еще? Здоровье. А? Здоровье. Расскажите, как там со снегом? Со снегом у нас хорошо, очень хорошо. Особенно рады земледельцы. Отлично. Больше всех барабаш радуется. О, хорошо снег, опять идет, выйдет. Ой, снег идет, ой, слава Богу, снег отлично. Идет. Отлично. Ну, прибавилось, а сколько было, допустим, раза в два больше, чем раньше. То есть снегу прибавилось хорошо. Земледельцы радуются, что верующие благодарят Бога. Ну, они верующие, вот так, радуются, и все. Со снегом хорошо у нас. Слава Богу. Ну, так вот. Все, значит, ко мне нет никаких вопросов. Хорошо. Передам обязательно, потеряю их и все передам. Еще одно. Останавливается, почему? А? Паровоз-то теперь останавливается? Останавливается. Останавливается очень твердо. Прошлое воскресенье мне звонил депутат. Где я был, в этом приемное Медведева, звонит, как у вас, какие вы получили, нет ответа на заявление, которое я подавал в отделение дороги, в дирекцию пассажирских перевозок. Я говорю, никаких ответов ни на одно заявление не было, но поезд останавливается. Это самое лучшее. Остановку отменили на двух разъездах в то время, на нашем, и там еще один какой-то дальше туда, в Кулунде. Но там, так и, там не останавливается. А у нас в расписании, я спрашивал проводника, как, говорю, когда мы не садимся, то останавливается. Ну а как, говорит, все равно, говорит, есть или нет поезд, значит, он в расписании, остановка, поезд останавливается. Все. Поэтому с этим не он, депутат говорит, если что-то будет, какие-то у вас, значит, там, что неувязки, сразу обращайтесь, звоните, там, приходите, вот, все. Мы сделали, говорит, тогда депутатский запрос после нашего заявления, он, значит, в руководство края, там в руководство железной дороги, вот они сделали, значит, запрос. Пойдем сразу это, ну, мы вовремя, как говорится, подсуетились вовремя здесь. Тем более, многие молились об этом, вот, Господь помог. И тихо, мирно, но остановка, твердо есть остановка. Вот. Батюшка,
Что? Помолись о моих внуках Ильичане Наталье, чтобы Господь их призвал покаяться. Вот, слава Богу, хорошо. Вот хоть одна попросила, значит. И мои дети. О, сейчас надо завалить его. Пожалуйста. На весь пост хватит большой. Еще одно такое сообщение. На днях мне, 2 дня назад, звонит мне звонок, звонит с Екатеринбурга один батюшка. Отец Владимир Зязев. Он при бывшем там этим архиерее был его первым помощником. Вот мы с ним знакомы давно. Где-то мы с 87-го года с ним знакомы. Я у него дочь венчал. И вот он, значит, служит в Екатеринбурге. Там храм у него очень большой на Уралмаше. Завод Уралмаш. И там они храм выстроили. Там великолепный такой храм. И вот он, значит, звонит, что нельзя ли? Они каждый год делают такую поездку своим ученикам воскресной школы. Берут автобус, едут там куда-то на запад, там на север выезжали. В этом году решили выехать на восток. Вот им, значит, там от завода, ведь спонсоры, там, ну, там богатые люди, там много. Дают автобусы, значит, хорошие. Вот они на автобус едут. Нельзя ли у вас там день-два, вот я рассказывал там о вашей жизни, там, о общине деревне, чтобы у вас там побыть дня два, хоть три там. Ну, я сразу им сказал. Потом он передал старости, которая занимается именем организации этой путешествия. Я ей сказал, какой у нас устав, что деревни курить у нас запрещается. Нет, у нас курящих нет никого. Сказал им о внешнем виде, об одежде. Да, да, мы это все, значит, знаем. Ну, вот так вот. Значит, возможно, что, но пока мы не договорились, что мы, говорит, сейчас еще как договоримся, тогда, значит, созвонимся и приехать. Я говорю, принять мы сможем, ночевать найдем где, там, покормить покормим. Значит, возможно, будет такие у нас паломники. Сколько, говорит, ну 40 человек. Автобус-то большой, значит, 40 человек. Ну, там они со взрослыми, ученики не одни, сопровождающие, значит, взрослые это одни. Ну, вот так вот. Вчера звонил мне благочинный из Романова отец Олег. Долго разговаривал. Ну, поговорили, как здоровье. Да тоже переболел там, теперь как епархиально. Да так ничего. Я говорю, как архиерей? Да нет, он с этим говорит, значит, проще. Он лишнее, говорит, ничего не это. Тем более ему, говорит, можно позвонить в любое время. Говорит, даже звони или приезжай, в любое время можно попасть. Я говорю, а тот, о, тому заранее надо было, говорит, написать, что я на такое-то число хочу приехать заранее, за три недели, чтобы согласовать там встречу. А это, говорит, пожалуйста, в любой день приезжай, говорит, когда он, говорит, у него двери всегда открыты в его этот, в канцелярии. И звонить можно, говорит, хоть днем, хоть ночью. Всегда ответит там и все, значит. Ну, вот так вот. Такое, ну, ничего. Строить храм, денег нету, говорит, прихожан нет ничего, спонсоров нету, а говорят, надо строить храм. Ну, я говорю, строй, наживешь двухсторонние грыжи, и потом ты никому не нужен будешь, тебя оттуда уберут. Да я вот так и думаю, как я, да, ну, я потихоньку, ну, так вот, поговорили с ним. Хорошо. У него очень больной ребенок. Ребенок больной этим церебральным, как детский церебральный паралич. Да, ему 3 года, он и не ходит, и какое-то. У него 3 детей, и вот это младшенький такой, это у него больной ребенок. Ну все, занимайтесь дальше тогда. Все новости. А остальные вы знаете, из радио, из телевизора. Ну, пост главное тут все. Новости. Сегодня прощенное воскресенье. Все это обдумано для того, чтобы особый день посвятить тому, чтобы человек признал себя в чем-то виновным, попросил прощения. Мысль-то хорошая, но все это в такую проформу выливается. Вы сами знаете, когда мы были в Покровском соборе, просили прощения, стояли, и вышли, и как семинаристы напали вот на брата Игоря, и козел ты, и дурак, еще только не было. То есть любое дело можно профанировать, что оно само себя не узнает.
Вот сегодня спрашивают. Мы обычно те годы ходили на прощенное воскресенье в Покровский собор, где священников около 30, архиерей. И некоторые изъявляют желание. Кто хотел бы пойти, у нас свободно. Но я хотел бы узнать, кто пойдет. Поднимите руку. Еще один человек только? Ну, два. Сходите, хотя, подойдите. Новый епископ, к которому еще некоторые даже не подходили, Сергий. У кого есть возможность, сходите. А потом поделитесь, как у вас было дело. Я хотел несколько новых материалов вам дать, которые очень потребуются в дальнейшем. Я буду спрашивать, только не дремать. Сесть прямо. Некоторые сразу ложатся, подоткнулись локтем. Вчера, это где-то около вечера, наверное, в Москве срочно был собран Совет Федерации. Председательство Валентина Матвиенко. Поступил запрос от президента Российской Федерации Владимира Путина о вводе вооруженных сил на территорию Украины. И вот дальше, как у них идет собрание, отдел федерации, прямым репортажем идет на весь мир. Уже не то, что они там подшлифуют, уберут, кто что как говорит. Собрать всех они не сумели, но форум достаточно, 87 человек. Голосуют все 87. То есть сегодня ночью могли войска уже быть введены. Там тоже вооруженные силы подняты по тревоге. А Обама выступил и сказал, что пусть сунутся русские, дескать, мало не покажется. То есть это все стоит на грани то, что называют Третьей мировой войной. Это вполне может быть. Просто так не будут. Начнут долбить то, что есть. Как Лев Толстой писал. Тогда гвоздит дубиной мужик, говорит. Как есть. Я говорю для того, чтобы... В этот день прощения, тем более Украина считается все-таки православной в какой-то мере, чтобы дух прощения коснулся сердец. И меня сразу украинцы спрашивают, верующие, вот только выступил президент, еще войска не введены, а патриарх уже выступил и одобряет. Это как у вас понимать? Вы что, козлы все или что? Это наша страна, мы сами разберемся, кто вас просил сюда лезти? Ну и уже за руки люди берутся, и там где-то ОМОН уже входит, и отстояли. Так или не так, все может быть и не так. Далее, потеряли Януковича, президента Украины, он бежал. И вдруг он объявляется уже в стране, получает убежище от правительства и выступает в Ростове, дает пресс-конференцию. Я выставил, все в интернете у нас есть. Можем посмотреть. А Боге слова нет. Ни у кого, не стоит с другой стороны. Говорят, вот они пострадали за то, что там официально были разрешены гей-парады садомитов. Ну мы не знаем, за это или нет, но мы знаем, что Содом погиб в огне, это точно. И что эту казнь Бог не отменял. И когда ученики хотели огонь не извести, Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Поэтому люди стали сами изводить огонь, называют коктейль Молотова, зажигательную смесь. Им только танки жечь. Люди бросают толпу, люди горят прямо лицом, все полыхает огнем, падает, их пытаются затушить. Противостояние остается. Хотя в это время пробудитесь от сна ночью, помолитесь. Я прошу, по-братски. Не будьте беспечны, это все кончится внезапно. И с чем ты пристанешь перед Богом? У них там уже дано указание. Отовсюду стекаются исламские, другие боевики, это не два, не три человека. Снайперы насчитываются сотнями, и примерно 100 тысяч уже готовы они выселить все десанты свои. Воронежская область, Краснодарский край, Ставрополье, все, это уже открытую говорят. Весь юг России отхватить сразу. А в это время вы бьете за то наш Крым когда-то был, а Крым Хрущев отдал. В это время уже начинает сигнализировать Китай. Китайская доходит до Урала. Забирайте свою землю. То есть в один день блудница будет растерзана. Откровение 17-18 глава. Опомнитесь, встаньте на молитву. А вот вчера, а мне все вопросы с Украины. Вот вы молитесь, мы знаем, мы молимся. Ну почему не так? А почему вы решили, что не так? Именно так? Я понимаю, что это ответ на молитву. Бог говорит, сделал бы хуже, но просто еще пока не приспело. Дал бы хуже, но не нашлось. Это во времена, когда убит был Маврикий, а Фока царствовал. Я давал этот материал. За Бога не решайте, молитесь и все принимайте с благодарением, что есть. Мы поклонились, а он не просил, от тебя уже не зависело это. Не просто христорадничайте, а ты помнишь, кого как обидел. Сегодня об этом говорили. Зоя меня долбит уже не первый день. Когда его только забрали, Максим, она сразу позвонила.
Он нигде ни одного дня не работал, ни одного часа не работал. Компьютерные игры, и пошел туда, и он от матери, я не знаю, 20 с чем-то лет ему, и вот от матери оторвали, да он не против, ну, по дому я говорю, когда убрать, он никак, ну, бывает скандалем, но когда я молюсь, я громко молюсь, он мне ничего не говорит, он слушает, тяжко больной человек, и пошел, его взяли, написано за все благодарить, и поблагодари Бога, что взяли, что преступное состояние души может быть перевернуто. По крайней мере, он в лагере научится работать где-нибудь на лесоповале. Там научат. А здесь мамка его Борова выкормила, и все. Как сейчас помню, ему 5 лет было, 6 лет. И он подбегает, стоя, стоит мам. Она ему, говорю, дает, он сосет. Мы говорим, что ты делаешь? Что же? Ну, 5 лет, ну, помните, Зою-то. Да, помню. Сколько с ней не бились. Она у нас была членом общины. Выпросилась, снова приняли. С первого же дня начала стоять у дверей, выпрашивать. Работать не идет ни под каким видом. В кого он сын-то? Да в кого? Не идет на работу, начинает выпрашивать. У нас не положено выпрашивать. У нас нищих нету перед дверями-то. Все работают, все получают пенсию. А нуждающиеся мы соберем. Мы не оставим. Мы не, паразитов пестовать не будем. Это вот конкретно о чем. У меня интересный вопрос брат наш Сергей Павлович Пупков задал. Я, представьте, я вам переадресую сейчас его. А вы смотрели фильм, называется «Деточки». Прокомментируйте его. Так, поднимите руку. Кто смотрел этот фильм «Деточки»? Так, немного. Название-то какое хорошее. «Деточки». Любезные, любезные наши. А там есть о чем подумать. Отзывы противоположны. Смысл такой. Обыкновенный город. Детдома, все как положено. Но директору взятки дают. И приезжают там, которые она пристроила рядом как пансионат, они там располагаются. И вот он выходит и смотрит. У меня ребятишками занимается. Вот эту девочку мне показывает, 7 лет. А он тащит ее в постель. Этой 8 лет, эту тоже тащит. И никакой управы нет, обращались в милицию. Директор это все делает, директор женщина. А эти приезжают такие пузаны и показывают, как он лежит ее раздетый, голый, и тащит ее в постель. А она еще девчонка сделает там 6-7 лет. И вдруг наступило такое, что вся милиция содрогнулась. Находят в постели этого педофила зарезанным. Второй зарезанный. Директор зарезанный. Целая серия убийств. Кто? Ничего не могут понять. Там полковник сидит, главный прокурор города. И все говорят, какие это дети были. Убивают дети. Кто? И только показывают из темноты башлыки надвинутые, и выходит группа 12 человек. А у них оказывается... В этом детсаде, не детсаде, а детдоме, ну, нанимали воспитателей, наняли одного, он полковник ГРУ, то есть разведки зарубежной. И он детей учит всяким приемом, все, чтобы умели постоять за собой, ну, любит выпить. И он учит их метать ножи, бороться, драться, то есть что он умеет, но он патриот, у него грамоты такие есть. И дети этим воспользуются, все с ножами. А один такой пацаненок, вот такой, он сидит все время на компьютере и выбирает, где кто поступает неправильно. Они его высчитывают, проверяют, ага, в этой школе торгуют наркотиками. А кто взрослый приезжает, они его высчитывают, наркотики. Но он только подходит, сразу его зарезали. Двор школьный, они волоком тащат его, кровь за ним, и посреди ограды бросают. И все в окна смотрят, каждому будет это, ушли дальше. Их не могут взять нигде. А они наводят сами справки. По телевидению передали, мать борется за жизнь ребенка. Он не делает операцию ей. Нужен дом. Продай дом, деньги заплати. Продала дом, отдала, операция не сделана, ребенок умер. Дети сидят, дети заседают, вот эти дети. А эти, которые дети убивают, там, ну, лет по 14 сами. Они решают, должен умереть. И где на вокзале объявляют, такой-то поезд идет, они туда посылают вот такого пацаненка, он там, который диктор, ему нож в горло дает, бумагу, читай. Такой-то врач где-то здесь. Поймать надо. А эти в милиции-то смотрят, открыто это все-то. Значит, перекрыть в вокзале все. И дальше показывают, как они... А их тоже там не 12, их уже больше. И он-то услышал, врач, что про него передают хирург, то он бросается туда-сюда, и везде они стоят. И тут же они прямо посреди вокзала, вокруг народа, они его зарезали и все. То есть сами взяли на себя роль исполнителей. А тут уже... В кругу людей, в домашней обстановке судят, да как это так, да что это за люди? А как по-другому? Власть ничего, говорит, не делает. Но власть уже их трепещет.
А разве такое бывает? Бывает. Еще в советское время я считал, сейчас я могу не сказать не то, что в Гватемале, где-то в Южной Америке было такое. Они два брата служили в полиции. И когда они брали бомжей где-то, и кто-то отстреливался, и его брата убили. Ну, еще подержали сколько-то, год-два его выпустили, все, они решили, что это правильно. В полиции был, убили. И они составляют полицейские такие, которые хотят правды. Эскадрон смерти называется. После этого эскадроны смерти пойдут по всему миру. Они нашли 30 полицейских, которые согласились. А в городе не продыхнешь. Там и проституция, там и бомжи, еще только нету. Они всех забирают в полицию, а вывозят не туда, заворачивают за город, на свалку сразу пристрелили. В редакцию позвонили, так там колбаса лежит там-то. Чтобы написали. Проходит сколько недель, город чистый. Все остальные как бросились бежать. Ну, ликвидация, фильм. Когда Жуков оказался в Одессе. И там ничего не могут сделать с преступностью. Это фильм такой, русский стоит. И Жуков дал указание ликвидировать преступность. Как? А всех контрразведчиков, несколько сот, подвое, в город, вооруженных-то. И как-то провоцировать, чтобы эти преступники на них вышли. И когда будут снимать в это время, перестрелять их всех. И началась такая бойня, одни гробы поплыли из города. Остатки выбросились из города, и полная тишина. Насколько это соответствует историческим фактам, оспаривает. Но это делают во многих странах эскадроны смерти. И, но чтобы дети, деточки сделали эскадрон смерти, такого никто не знает. Ну как их захватить, где? И тогда сын прокурора и говорит, папа, а надо сделать так. Объявить, что в таком-то детсадике врачи детей продают на органы. А, и выставить в интернет. И они сразу клюнут на это дело. И указать, где адрес. Они туда придут и там их схватить. Они так и сделали. И они тогда сидят в интернете, этот пацан-то высчитал такое-то, и они собираются туда ехать. А этот-то, который ими руководит, учитель-то, ГГРУ, полковник-то, он хоть любитель выпить, но все делает. И спрашивает, где вы вчера вечером были? Да в кино ходили, что деньги выпрашивали. И когда до дела дойдет, он скажет, я все знал. Вот они заметили там дом наркопритон торговцев, там с автоматчиками охраняет как-то. И он говорит, никого не надо, я сам сделаю это. И они наблюдают, что он за ними сделает. Он идет, как будто какой-то пьяненький мужичонка, пакетик бросил. А у них-то там все заперто где-то. Он только за поворот, и в это время рвануло, как выскочили. Они туда бежать, а двери открыты. Он хватает эту машину, у него там какая есть уже за санжечаткой. Одна машина въезжает, и весь этот особняк взлетает. А он уже приходит, отряхнулся. То есть он все способы знает. Они решили одного офицера убить, как показывает он солдата в армии, бьет, пинает. И он парализованный лежит дома теперь всю жизнь, и мать перед ним сидит. Он все ему отбил. И они его высчитали убить. Он говорит, не трожься. Он зашел к ним, где они там гуляют, он из себя герой такой. Он подошел мимо, только взял за руку, его давнул. Он маленько погнал, все, и навсегда парализованный. Он знает, где, как, какую, говорится, точку нащупать. И он не может встать, его парализовал. Хватит, ему лет 40, пока он будет на четвереньках ползать. И вот эти дети туда поехали, а он за ними на автобусе-то догнал их. И садитесь в автобус, ножи сдать. Но они ножи сдали тут у него, он положил. А эти решили так, вызвали автоматчиков, их там всех перестрелять детей. Эти дети неисправимые уже, они вкусили крови, их посадят даже, они там только еще больше будут. И на них столько силы, и он их вывозит оттуда. Они его арестовывают. А сидит он в наручниках, сидит этот полковник-то рядом с автоматчиками, этот, который прокурор допрашивает. Ну, вот КПЗ там показывает, куда там в клетку посадить там. Что в клетку-то? В клетке вы будете сидеть. Они не поймут ничего. Он мгновенно что-то там, я так и не понял, рвет, хватает этого, бьет, автомат выхватил у него, все. Но он их жалеет. А там вертолет, все это наблюдает. Они полез, он сказал, бегите через лес, на остановке не останавливайтесь, где уходите. Он их научил, детей. Ты где-то там к бомжам приставайте, чтобы только выжить где-то. Но их решили уже уничтожить всех. А этот пацаненок-то с компьютером, и он даже... Набрал там везде, нас беда, нас тут-то закружили, и по всему городу, и показывает из всех домов, дети выбегают, 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 и он сказал, где, и дети через лес шпарят, там, может быть, тысяч несколько детей, ребятишки. И эти только, когда уже вышли, а сын прокурора вышел, не стреляйте, не будем стрелять, он выходит, и прокурор стоит, автоматчик его сына прокурора-то, он как закричал, там, Женя, схватил, и тоже свой пистолет на этих, да, его тоже пристрелили. И теперь эти, когда вышли, стоят на возвышении перед домом, и из леса выбегают со всех сторон, ну, видно, несколько тысяч ребятишки. Эти
Кого убивать? Это весь город надо убивать. А они так, в рукавах, и каждый рукав открывает у каждого с ножом. То есть город из одних ножей. Подумать есть о чем. И дальше уже идут какие отзывы. Прощения нигде никому нет. Вот прощенное воскресенье. А что нужно делать? Вот всегда говорят, ну вот это там педофилы, они что делали с детьми? Дело в том, что они не родились бы. Гитлер не родился бы, если бы мы жили как должно. Это возмездие, бич Божий пришел. И вот этот фильм «Деточки» там осуждает режиссера, как это можно. Это реальная жизнь. Я, насколько помню, в Барнауле писали, их немного, ребятишек, кажется, пятеро они были. Они начали очищать вокзалы, и все. Бомжей выводить и прирезывать. И бывает, и прирезывают. А Колобани, которая, я считал здесь, это не в одном городе. А что тогда делать? Ну, молиться в первую очередь. А во-вторых, это же на глазах у нас было. Кто работал с этими бомжами? Кто что говорил? Это меня спрашивают, а что делать? Вот эти на Майдане там бросали. Священников сколько? 100 человек можете найти? 100 священников, одетые в ризах, перед баррикадами тех и других. На колени встали с Евангелиями. Ни те, ни другие бы не тронули. Но убил ты за Христа. Ведь не сделали этого. А подтравливали, кажется, со своей стороны. Эти москали, а это кто, бандеровцы. И вот результат, то есть то, к чему мы сегодня пришли. Это я, брат, тебе отвечаю. Фильм страшный. Просто страшный фильм. Но у него подоплека еще глубже. В самый последний момент, когда окруженные, вокруг стоят автоматчики, и, ну там кто, ОМОНовцы или кто, там видно, что несколько десятков. А эти дети все вытаскивают ножи. Конечно, они ножами еще не сделают. Этих не убили. Дальше ножи будут работать. Но они дальше работать будут, истреблять друг друга. Это было в революции всегда. Они на этом не остановятся. Я неправильно рассуждаю. Их уже не исправить. Они вкусили крови. Чего не было у людей встреча с прощенным воскресением. Двое из них. Отец приставал к дочери, к матери-то. Сын здесь, и он тоже ему глотку отцу перехватил и ушел. А мать выходит замуж. Но они за ней наблюдают, как она с новым мужем живет. И она боится его даже привести, они его зарежут. То есть, они сами судьи, ну детский разум. Они поверили, что детей продают на части, они туда пришли, они идут туда. Их там ждут уже автоматчики. Значит, это уже не просто так, а фильм, настоящий фильм, полнометражный. Я к этому дню отнес, не стал тебе по интернету отвечать. Молитесь. Просто молитесь. Просите у Бога милости, чтобы открылись наши глаза. Что делается? И с чем мы предстанем? За всех мы отвечать не можем. Есть поговорка, ты, говорит, не солнце всех не обогреешь, но свою нишу никому не отдавай. Мы призваны молиться. И молиться очень крепко. Не так, помолился день и забыл. Иоанн Златоуст говорит так. Исаак женился, а Ревекка бесплодная. И он молится целый год, детей нет. Евреи вывели закон. Если 7 лет, а жена рожает только девочек, имеет право развестись. В стране нужны солдаты. Просто и понятно. А этот живет 10-19 лет, молится, ничего. 20-й год чрево открылось, и сразу двойняшки. То есть доверься Богу. И он знает, когда, где и за сколько. Ну, я хотел добавить еще, там они не только это вынесли постановление там, о введении вооруженных сил на территорию Украины, а еще было сразу же постановление о выезде посла из Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации. Вы это, понимаете, что такое выезд посла? То есть это предвоенное состояние 100% уже. Но, нет, это еще не война, но все. То есть дело все до такой степени серьезное, что если мы сегодня ночью на молитву не встанем, то завтра, может быть, мы вообще не проснемся уже. Потому что бомб хватит у них всяких разных. У американцев. И что это будет? Или вообще нам не до того будет просто уже. И даже не до молитвы. То есть каждому хватит по горло. Я думаю, что надо сегодня всем ночью встать. Кто как, когда там встанет, Господу будет стучаться. Но, во всяком случае, время бодрствовать пришло. Но там дальше узнаем знамения, какие будут. Мы говорим не ради праздного любопытства. Где-то оно должно было начаться, никто не знает. А что это будет, это мы и Слово Божие видим. И загорится земля, и все дела на ней загорятся. Загорится небо и земля. Оно подходит к этому. Но это не конец. Услышите о войнах, о военных слухах, Господь говорит, это не конец.
должен прийти мировой правитель, все должны быть зачипированы до одного в тело. Это еще впереди. Но это идет подготовка. Значит, кто больше всего мешает? Мешают вот такие-то, они будут убраны. А вы говорите, а как они? Мы говорим то, что молиться надо. Больше мы ничего не говорим. Сейчас начинает воевать везде, всюду против Путина. Это свои отечества. Этого делать не надо. Спокойно, пока обстановка. Что-то мы в магазинах все-таки берем, встаем. И вот еще один сделает-то. Зоя Крахмальникова прямо говорила. Маленького роста человек, с искореженной совестью, полковником в КГБ. Какая совесть-то там? Ну что-то все-таки меняется. Нельзя сказать, что стоит на месте-то. Все-таки как-то замирились там с южными республиками. Жизнь-то продолжается. И поэтому ему не мешать, ни глупости не говорить, а только молиться. Вразуми его, Господь, дай ему веру. Настоящую, евангельскую веру. Его путать попы будут. Это самое опасное, что есть сегодня у нас в стране, это Московская патриархия. Я буквально не вижу, чтобы правильно давали где-то совет они. Вот эти танцовщицы, когда взяли, арестовали, они не понимают, что делают. У них все только преследовать. А почему вы так говорите о наших архиереях? А ты что, а у нас архиереи хорошие. Я говорю, а что ты открыто тогда не восстаешь? Так архиерей узнает. Хороший-то архиерей-то. Так он меня с ребятишками среди зимы-то он выбросит на улицу. Так неужели ты характеристику не дал? Среди зимы с детьми? Это коммунисты не делали, может быть. Это же не в одном месте только. Как они за мной гоняются? У нас ВКонтакте. День-два проходит, заблокировали, день-два заморозили. Это они давят там сколько раз, два-три человека давнули, нас нету. И одна непрерывная ложь идет. Они не могут быть другими. Просто не могут. У них запредельно зашкаливает сатанинская ненависть. Я вам рассказывал, у нас брошюра тут была, ее покупали здесь. Называется «Окрещение» по благословению патриарха Алексея II, прям написано. И картинка там, именно вот это наше, которое Сергей сделал, вот, батюшка крестит, тут Сергей стоит, вот это вот. И она вот так перегнута на две стороны этой брошюры. Выпустил ее игумен Игнатий Душинов. Ее продают везде, но она хорошая, хорошо написана. И вдруг в клочках Ребрихинского района кто-то говорит, а там Игорь Чернодаров, священник куда. Так это же Потеряевский снимок, это из Потеряевки. Да вы что? Убрать все! И сразу все смели, больше ни одного не продают, видимо, сожгли. Дальше сообщается из Екатеринбурга, точно такая же история. Еще из какого города? Они одинаковые все. Все, то есть один-два, может быть, только не такие. Только то, что тут наша фотография, а выбрал ее автор из всего интернета, самая лучшая, иначе зачем он худшее брал-то? И они этого терпеть не могут. Да какая же вера-то? Там нет даже звериного, там просто демоническая сила ненависти. Только из-за того, что наша вот эта фотография, и они сметают собственные брошюры по благословению патриарха Алексея. Пусть они ответят за один этот акт. Это я видел сам. И получил сколько сообщений. Они ни перед чем не останавливаются. Я с неверующим могу разговаривать, что-то... Здесь никаких доводов не надо. Почему? А он как априори заранее не разговаривал, он уже знает, и выводит и наталкивает на это. Перед этими деточками спасения никому не было. Они из темноты метают ножи. Все кончилось. А которого нет, тут же догнали. Директор вызывает, дети сидят, все, директор выходит, что надо. И тут же нож летит прямо в сердце, завернулось, готово дело. Вытащили нож, обперли мне и сразу скрываются. А ведь в этом смысл какой, что дети несправедливость не терпят. Дети, замордованные вот этой преступной властью, преступным законом, преступным отношением. Это официально, этот фильм не запрещенный. Так это разве только это? Сколько везде разных жалоб. Вот этот бежал Янукович, а сейчас выставили разные там апартаменты его, и там генеральный прокурор Пшонка, и какое у них богатство-то, я никогда не видел даже в музеях такое. Ой, это все на форуме у нас выставлено. Это ужасно, там миллионы-миллионы долларов, ему это надо. А теперь все бросило, куда он денет? Бросило-то там музей сделает или еще что-то. Надо, чтобы нас вот эта лихорадка не захватила. Чтобы, видя это все, мы отряхнулись и сказали, Господи, хорошо, что у меня ничего этого нет. Каких Бог дал нам друзей? Меня просят прощения, а я очень часто говорю, а я не прощаю вас. А почему? Да у меня ничего, я буду
дурью маленькую-то. Ну нет ничего, у нас одна любовь. Ничего нету. Начиная с края, вот она кормилица. Это не говорить не надо, стали, пришли самые близкие друзья. Это там, ну кого никуда руку не протяну, везде друзья и братья. Ну, я сказал простите. А в чем? Да не знаю, так принято. Можно, Игнатий Ильич? Игнатий Ильич? Я хотел сказать еще о Путине. Вот недавно посмотрел его репортаж, интервью небольшое там было. Вопрос был один, ему задали, как он относится к репрессиям на церковь, которые были последние репрессии во время революции. Он говорит, отвечает, такой простой вообще, он сам по себе добрый очень и совестливый, видно по всему. Он говорит, что, так а я, говорит, сам, говорит, в этом, говорит, пострадавший, там можно сказать, ну так еще улыбается. А как вы пострадавший? Да меня-то тоже, говорит, в детстве крестили, мать-то. Отец-то, говорит, был какой-то коммунист, ну, он там у себя на заводе, говорит, в самом нижнем ранге какой-то небольшой, говорит, был руководитель, видать, коммунистической ячейки какой-то. И поэтому мама, как бы, говорит, чтобы тайна от него, ну, я, говорит, не говорю, что он не знал. Не могу, говорит, точно сказать. Но, однако, это все без него было. Меня привела в церковь, и там меня, говорит, крестили, еще маленького, говорит, совсем. Поэтому, говорит, я-то... И я вот думаю, что... Я-то не знал вот этого, как-то раньше никто вопросов таких, что ли, не задавал. Или я не читал. Не слышал. Я думаю, что вот это отразилось, наверное, на его жизни. Он же вот ребенок этого нового поколения, как бы постреволюционного получился. И все это он вобрал в себе. И теперь я смотрю, как он политику ведет по отношению к репрессиям. Она постепенно раскрывалась, но при нем начала однозначно раскрываться. И сейчас раскрылась, и уже лет 5 у нас епископы спокойно могут сказать, что гонение было. Но дальше они еще не прошли. Сергианство никто перед ним, я так понимаю, не раскрывает, потому что, ну вот сейчас любого среднестатистического человека спросите, что такое сергианство? Он на тебя посмотрит, и он тебя только единственное скажет, отойдите от меня, а то сейчас полицейского позову, чего вы пристроите ко мне? И все. Больше, они все такие среднестатисты, и он такой же в духовном плане среднестатист. Они его просто поймали, как говорят, за хобот, и водят, как он слушает их, и все. А совесть-то есть, что-то нужно сделать, да, церковь гнали. И вот так вот потихонечку вот это вот таким каким-то туманом все нагоняют. А ясно высветить ничего не можем. И вот эта авария, она неизбежна в этом тумане. И его катастрофа-то будет. Его сердце-то, оно тоже не тем занимается. Вот ему бы правду сесть-то вот поговорить. Вот почему они не хотят вот так вот высвечивать? Ну, вот там они четверых священников взяли. А потом куда-то их порастолкали всех, никого не видно. Так они только четверо от вас услышали. Да и то... Вы уж там, как говорится, воском намазали, а если по-настоящему, да по ухабикам немножко еще пройти. Секретарь-то сказал, говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться, секретарь епархии. Так это надо всей церкви рассказать, а каждое слово, это полное обличение церкви, то все 413, да, они, которые не исполняют. Однозначно это все бы высветилось перед ними, что каноны-то не исполняются, законы Божии не исполняются. Ну, собрались священники. А то здравствуйте. Так скажу. И задают вопрос болящему Сергею, ко мне же вопрос. Я говорю, а что сами-то они не выходят, боятся? Да. Молодцы. Меня боятся, что вопрос задать-то. А почему? Не устоим. А какой вопрос? Ну он говорит, вот каноны нарушают там 413 и 719. А какие? Я говорю, вы не знаете какие? Вы подходите, и когда к храму, поднимите голову, крест стоит, креста-то нету, железяки навороченного так, просто вот так вот, чтобы был вот такой крест, как у нас, посмотри. Это редко где встретишь, может только на старообрядческом храме. И вот всякие железяки, набалдажники, зачем вы крест прячете? Дальше зашли в храм, торговля, уберите первую торговлю, вы не знаете, что торговля это зараза? Не можете, потому что десятины нет. Вы проклятием прокляты. Введите святую десятину. Торговля тогда будет не нужна. Вообще не надо ее. У нас ее нету, мы обходимся. Они не знают, чего делать. То есть они ничего не видят совершенно. Я расскажу другой случай, более, что такое сергианство. Сергианство это сращение с мирской властью, служение ей. Не, говорится, не из-за страха, а по совести. Они стали такими же подлыми, такими же ядовитыми. У меня однажды было такое. Я вам говорю почти притчу. Реально. На нас наталкиваются разные журналы. Есть такой журнал «Фома». Кто его приносил здесь? Там Ле Гайда,
генеральный директор, и там директор, там человек 20 с лишним налеплено где-то. Журнал один издать, там целый конгресс у них нет. А я говорю, я книги издавал один, да корректор, и все. Как это так? И вот они начинают. Находит материал. А как со мной связаться? А кто он такой? Связаться. А через кого-то, а то узнает. Он генеральный директор, который благословлен патриархом. Патриаршее благословение в каждом журнале. А журнал там такой, лакированный-то. Он боится, но посмотрел, материалы все понравились. А как выйти? Я говорю, ну, на корреспондентов, которые о нас статьи писали, дают ему адреса, он с корреспондентами связался. И, наконец, говорят, такое-то, такое-то, там, ну, это в некоем царстве, в некотором государстве. Я говорить-то не могу. И печатают про нас статью. Статья, говорит, очень хорошая. Там, видимо, на корочках, везде. Но теперь у них вся задача заблокировать меня. Чтобы я не проболтался, не сказал никому, что печатается-то. И если это он печатается, сейчас сделают, говорит, розыск, да за границей везде. И даже уже отданные журналы проданные изымут. Это верующие. Это демоническая сила действует. Они ничего не могут сделать. И это не кто-то говорит, а те, которые близко их окружению. Мы к вам расположены. И мы даже договоримся, что журналы не будут проданы. Это когда-то было, допустим, при царе Горохе. Мы вам дадим столько-то экземпляров. Но только, чтобы никто не знал. Он там работает. Он за них заступается и знает, это лютейшие волки. Он неправильно печатал. Это не важно. Главное, что я им не друг. И поэтому... Ну возьмите, вот сейчас пишет Андрей Кураев. Его выгнали, ну, исключили с Московской духовной академии. Он говорит, ну я прокормлюсь, он еще в МГУ преподает, в главном университете страны. И сейчас пишет, говорит, патриарх Кирилл, я не знаю точно, нет чужие слова, обратился туда, чтобы его выгнали оттуда. Они преследуют до смерти, чтобы он ходил бомжом, чтобы ничего у него не было. Это я испытал на себе. Они ни на чем не останавливаются. Или вот так его, а у нас снятый фильм, занявший первое место на международном киноконкурсе, православный фильм. Его показывают уже, и меня вызвали на ГТРК. Вызвали, чтобы я выступил, сказал, там записывать будут. Режиссер приехал, и вдруг говорят, против. А почему? А уполномоченный против. А уполномоченный там был Лисенков Геннадий Иванович и Седишев Александр Петрович. Я с ними разговариваю, а почему этот фильм-то официально уже прошел по центральным кинотеатрам страны? Ну, мы созвонились с настоятелем Отцом Николаевичем Войтовичем, и он сказал, фильм показывать не надо, он сеет недоверие между церковью и властями, у нас лояльные хорошие отношения, то есть вот где главный тормоз-то. Так ладно, они открыли. Когда я ему потом выдаю, он вот такие глаза, откуда вы знаете, что такой разговор был? Да он мне и сказал это, который куски мыла продает. Каждый кусок это человек. Фильм, который занял первое место на международном киноконкурсе. Они все делали, чтобы никто про это не знал. Они за моими книгами как охотятся. Я недавно только, ну представьте, батюшка Потеряевки, в это время звонит местный секретарь епархии. Епископ, который уехал отсюда, Максим, хочет приобрести все 38 книг Игнатия Лапкина. Он говорит, так он в Барнауле, звоните. Он на меня выходит, Сергей Беляев. Отец Сергий. Ну я говорю, пожалуйста, приезжайте. А когда? Да, завтра утром. Ну мы купим, мы все заплатим. По сегодняшний день ни ответа, ни привета. Хотя бы отбой дал, что обдумали, не хотим. Но! Но здесь одно но. Мы когда приехали 600 километров круг сделали, чтобы в Липецкую область, город Елец, где этот Максим, куда направлен Дмитриев-то, он ни под каким видом не пошел на встречу. Сказали, уехал, переехал, вознесся там. И даже в Туле там, батюшка, уже в одном алтаре и точно не встретишься там. Но вдруг звонят мне из города Липецка, где мы оставили книги. Что делать с книгами? Епархия книги требует. Ему зачем покупать-то? Он готовый взял. Я теперь вижу, концы сошлись. А может не так, может и не так, но однако у меня сведения были вот такие вот. Что только можно сделать, какую пакость они сделают, да какая же вера-то? Ян Златоуст, когда сравнит, вот, у верблюда свирепость только, он соплями кидается, и человек это делает. У другого лиса такая хитрость, у льва кровожадность, а у человека все качества звериные. А дальше называет качества, которых у зверей нет, только у демонов. И потом дальше говорит... о человеческих качествах, которых даже у демона нету. Демон не сребролюбив. А у человека корень всех зол сребролюбия. Демон нигде не насилует малолетних. А люди на это идут.
Демон нигде мужеложеством не занимается. Понятно? И как они могут смотреть на нас, когда мы выставляем самые чистые фотографии? Люди неповрежденной патриархии, мы, говорим сейчас только каждый день и смотрим. У нас единственное, что держат в интернете, это ваши ролики идут. Какие фотографии, какая чистота. Да их везде все надо просто на открытке выставлять. Они не придуманы. Вот представьте, батюшка едет на своем драндулете. Это, как я называю, он как? Мопед? Мопед. Назвать, как? Мопед. А? Мопед. Ну он какой-то не русский. Скутер называется по-английски. Вот он на нем едет. Едет там около столба, там, где Нина живет, напротив-то. Солнечный день, и отсюда кто-то фотографирует, видимо, я и фотографировал. И батюшка в это время тормознул, поднялась пыль на солнце. Знаете, пыль на солнце, она интересно так выглядит. И вокруг дети все, человек 12 облепили его впереди, там двое садятся сзади, голосуют, кого взять. Люди увидели, так это же на открытку надо. Какие снимки? Притом они не надуманы. Их, ну нельзя. Во-первых, батюшка в своей этой камелавочке и на машинке на этой сидит. И пыль поднялась, и солнце, и дети облепили. Это надо видеть. И все надо в платочках. Те, которые больше всего против платочка бунтовали. И они стоят здесь. Все до одной красавицы. Вот так. Есть о чем молиться. Вы на молитве не дремите. Прямо возноситесь смело, дерзновенно. У меня один такой тревожный сигнал поступил недавно. Просто тревожный. Но я вам доверяю, поэтому... Можно было не называть фамилии, не имя. Но лучше назвать, чтобы вы знали, о чем молиться. Звонит мне человек, звать его Яков. Очень такой приятной наружности. Он приезжал, ну лет 60 с чем-то. Приезжали, они принимали крещение у нас. И он прихожанином является отца Павла Ермоленко в городе Камень-на-Оби. И вот отец Павел где-то познался со старообрядцами. И теперь вот это моление, что молится-то, это неправильно. А надо теперь повернуть все на старообрядческие. Откуда у него это? И это теперь звонит, и там говорит, бабушка 78 лет, она лежит, болеет, и он ей подошел, будто бы, это он говорит, мне звонит, что неправильно молишься, а там слезы, как всю жизнь мы молились, и выходит не так. Я говорю, что вы делаете? Церковь признала равно спасительно то и другое. А значит, что признать надо неблагодатность. Так помолиться об отце Павле, чтобы вот этого зашкаливания не было у него. Не было. Он такой ревностный, он такой желанный. Но вот это вот... Это дело не в образовании, дело во внутренней несвободе. Во внутренней. Чтобы мы были свободны. Вот приходит к ним человек. А как его, я говорю, священник? Матфей. Матфей, так я его знаю. Он был, видимо, зав кафедры антропологии в Алтайском государственном университете. И я туда ходил, у него все везде там одни черепа. Или даже в АГТУ, кажется, даже. Сейчас не могу. Нет, видимо, в АГУ это было. Там-то технически там В АГУ. Ну, я с ним беседовал, Анатолий Гальченко. А он уже познакомился с Церковью Христа, такая секта. Я ему стал говорить, да это никакая не церковь-то. Ну больше, а я два раза поговорил и ушел. И вдруг мне сообщает, он оставил кафедру и уже принял монашество. Вот так. Монашество, он не Анатолий, а Авдий. Ну вот что-то у него заболело, еще он теперь схи монашество. Уже Матфей. Конечно, я тут уже далек, и со мной зачем знаться-то, я никто. Но у Бога свое вымерено. Он здесь где-то, я не знаю, какое-то село, и у него храм деревянный сгорел. Какой? Думчиво. Да. И он теперь приходит ко мне на дом, его приводят. Вот здесь вот на Ползунова 6 мы сидим. Я с ним беседую. Он хороший человек-то, спокойный. И вот теперь что? Теперь Максим-то теперь говорит, строй новый, а где я построю? Как я расскажи. Ты сегодня голодный? Да нет, бабушка там накормила одна. Ну ты сколько лет? Ну года 3 тут был. Ну пойди к бабушкам на дому собирай. Зачем тебе этот храм-то? Да занимайся людьми. Мы считаем деяния апостолов, говорит, и ежедневно собирались по домам. Ну, сколько требуется епископу, дай. Ты же под его эгидой-то находишься-то. Ну, больше-то больше у меня ничего и нету. Вот что нужно делать-то. Не к храму прибежать, а из людей сделать храмы живые. Он сидел и слушал, а что дальше было, я не знаю. Теперь он как будто к отцу Павлу пристал. Вот. А отце Павле, он мне сильно нравится. Вот эта ревность, как он что брал здесь, и как он... Наши недавно пришли кто-то, Володя, ты говорил? Тебе кто-то говорил, что кто-то раздавал Евангелие у Аби? А, да.
Ты или кто? Тарас. Ну, это он. Но когда... Это Тарас. Тарас. Ну как? Тарас встретил отца Павла Ермоленко. Ну это когда разобрались, сектанты говорят про это, что видели там. Будто надо православный вышли. Это Павел. Да нет. Мальчика не Павел. И у него Ваня, сын его, тоже ревнует. Вы их каждый день, просто, как называется, на раменах своих, на плечах, несите молитву. Теперь по нашему делу. Наше дело с поездкой никак не может тронуться, пока не останется 3 месяца до выезда. То есть такой у них оказывается закон, я не знал, что оформлять визу можно начинать не раньше 3 месяца. И вчера мне сообщили из Германии, уже все пошли, все данные взяли в одном, там страховку надо платить. А двоих братьев берет Валентина Сартисон. Если они это настроятся, значит, остальное будет полегче только с Англией разобраться. Так что молитесь, а нас все время помните. И наш маршрут может измениться. Мы можем не сунуться не через Украину, а через Латвию. А она обратно ходит, там еще месяц-полтора, и там можно по-другому быть. Мы можем выйти не через Украину, а севернее. Можно? Вот так. Если будет мир, пару минут мне можно? Две минутки. Ну? Я хотел сказать, вот у нас все про священников, у священников идут разговоры. Ну вот тут Игнатий Тихонович на форуме выставил свою переписку, у него в личном переписке, со священником Сергием Дудин, Сергий, откуда он только, я не знаю. Переписка очень интересная. Но, во-первых, живая. И батюшка тоже получился такой живой. Такой батюшка простой. И батюшка все это рассказывает. А что он сделал? Он взял Игнатия Тихоновича, заблокировал. Какую-то там команду собрал. А что ему собирать? У них там баба куча верующих, так сказать. И они его заблокировали. А теперь, Игнатий Тихонович, ну ты... И он с покаянием выходит. А я, знаете, тут прочитал про вас. И вот тут мы еще поговорили, а оказывается, вы-то православный, не такой оказались. А я, говорит, думаю, что на вас все батюшки? Ну все, говорит, на вас злые. Они, говорит, просто, говорит, вас вообще не знают. И не хотят, говорит, просто, я так понимаю, знать. Они бы с вами только поговорили немножко или почитали что-нибудь. Они, говорит, видать, и не читают ничего, и разговаривать не хотят, говорит. И там... Переписка идет, и, не знаю, половина, ну, третья часть, наверное, идут какие-то там, я не пойму, данные, как он разблокирует, и он данные Игнатию Тихоновичу еще отправляет, так это все потешно, блокировал, а теперь это все разблокировал, да так долго все, он говорит, я бы, если бы только знал, наверное, и не стал бы с этим связываться, меня там еще запрашивают его, он все каялся, этот батюшка, но... Повезло, что такой батюшка попался, и через него-то мы теперь узнаем о священниках. Вот какие они священники-то. И это говорит тебе, сестра, Сергей Дудин, священник, читай форум. Томская епархия, митрополит Ростислав. И он знает Фастов, и особенно авторитет Геннадий Фаст. И когда увидел Геннадия Фаста, везде меня называет своим духовным отцом, он полностью расположился. И я говорю, сегодня 4,5 часа проповедовал, готовил к крещению. Да не сразу, это редкость просто. Редкость. А народ-то в другие храмы сразу пошел. А это значит, доходу-то меньше. Настоятель говорит, ты сам смотри. Он начинает готовить, а людям зачем готовить? Я другой храм пройду, сейчас деньги на кон, и я готовый в дамках. А он нет, надо учить. Только полное погружение. И он теперь один из самых лучших помощников. Вот я сказал, ну, просто редкость, большая-большая редкость, чтобы священник патриархийный раскаялся и далее по-другому пошло. Вот реально наша переписка вся выставляется. Но я сначала у него взял разрешение, чтобы он разрешил наша переписка, и она так и продолжается прямо. Вот так. И там еще, вот, который преподает в академии и в университете, Соболев Юрий из Красноярска. Игорь, обязательно свяжись, когда поедешь, он просит. А, да. Вот. И он такие материалы выставляет. Это вообще. Вот мы сколько говорили, я никак не мог ухватить рождение свыше. А сейчас только об этом и разговор идет. Он сразу на отца Геннадия вышел. А там какой-то священник, что-то он начал делать, и у него, кажется, 6 ребятишек, и архиерей его выбросил на периферию, и не знает, что делать. Он говорит, бросай все, приезжай в Потеряевку. А тот сказал отцу Геннадию, отец Геннадий ему сразу сказал, а я другого от Игнатия не ожидал. Надо конкретно человеку показать, разводи скотину, живи. Пришло воскресенье, отслужишь службу. Нужно реально, конкретно подходить к данной ситуации, по Богу, как Богу угодно.
Тебе охота сказать, давай. Охота. Я хочу сказать, Матфей у нас был, так? Этот священник, у нас лично его видели. Значит, что он делает? Кто это? Матфей. Вот, о котором ты говорил, Матфей, которого отцапал. А. Слушай, он у нас был. Слушай, да ты, вы всем говорите. Матфей, этот, он у нас был. Значит, что он делает? Приносил, принес Евангелие к Наталье. А в Евангелии там дочери человеческие, дочери Божьи, а к ним сыны человеческие идут. Ангелы падшие. Вот да это Евангелие такое. Спурия. Вот, принес. И они, да, дал Наталье читать. А я взяла, вот тут только посмотрела, и ангелы летят на крыльях к этим дочери. Вот. И вот они там, Нина и Наталья там. Ну, я подробности не знаю, я постараюсь вот, расспросить. В общем, ложно, это я не знал. Ложно, я говорю, это ложно учить. Может быть, не он это. Как он? Ну, он, я не знаю. Какая борода у него? А, цветом. Него цветом такая. Света, он сам света такой улыбается, лысый. Ну, борода длинная, длиннее моя или нет? А, я не знаю, лысый, нет, но он лысый, светлый, ну, не улыбается. Ну, я сказал, молиться, Матфея его звать, был Анатолий, общем, просто молиться. Боже, я ничего этого сказать не знаю, не могу, ну, и надо, это не надо. Ну, надо с тобой с ним встретиться. Можно общение хочешь? Так, все, Сережа, хочешь сейчас сказать что-то? Виктор Савченко написал новую песню «Благовестие» вот о поездке 2013-2014 года. Я ее выставил на ютубе, она называется «Песня Виктора Савченко «Благовестие», миссионер Игнатий Лапкин». И на форуме в теме «Благовестие». Ну, понравилась мне песня такая прям хорошая. А что, и, не, в его не поставили? И в его тему тоже поставили. И еще я работаю сейчас в такси, Максим устроился. И клиенты у меня слушают Евангелие и благодарят. Помолитесь тоже, даже ой, на да, чай бывает. Слушаю. Такси уже. В такси проповедую. Да, такси. Проповедуй. Ребята, братья наши ведут занятия 3 раза в неделю. Библейские занятия 4-е воскресенье. Так что пока есть время, оставайтесь. Если начнется заварушка, как говорят, то наши братья подметут. Вы заранее отнесите в военкомат, как у нас принято, что от службы не отказываемся на альтернативной основе. И, ну, как положено, у нас бланк, батюшка ставит, что не на отлучение, и наших никуда не посылают. Да и берут не всех. Начиная с 12 до 5. Братья и сестры, благодарю за молитву. Родилась девочка, меня Юля родила. Ну, родила искусственно, там у них сейчас сложно родить. Скорее добавится. Вот. В среду это было событие, сейчас ждем выписки, имя сейчас обсуждается, ну уже почти решили, потому что там в день, 26 февраля, когда ее извлекли искусственно, это святая Зоя Фатиния была, а мы хотели ее назвать Агафия. Ну, потому что думали, на этот день попадет. Вот. И тут возникло разногласие, потому что батюшка Елена Барабаш там согласилась стать крестной, и они хотят, чтобы назвали в день Фатинья. Но я прочитал житие и, ну как, не соблазнился, сказал, что житие не совсем евангельское. Я бы не хотел, чтобы моя дочь подражала этому житию. Если бы в честь Фатиньи Самарянки, ну, да, тогда вообще разговора бы не было. Там мученица Фатинья, это просто. А здесь я прочитал, и я просто не увидел, ну почти не увидел христианства. То есть девушка, чудом занесло ее на остров. Через 2 месяца приехал корабельщик и сказал, пойдем, ну, живи. Она, нет, принеси мне мужскую одежду, и сказала, что ведь во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. И я буду здесь, приноси мне шерсть, и вот я буду здесь подвязаться. Не спрашивала ни о священнике, ни об исповеди, ни о друзьях. То есть, вот все заповеди, которые Христос говорит, накормил, ли напоил, ли посетил, ли в темнице, о церкви, вообще ничего в этом житии нет. Вот даже с Марией Египетской сравнили. Но Мария Египетская, понятно было, она блудница, она ушла. Ушла, и потом пришел священник, там, по-моему, Зосима, да, и исповедовался, причастился. Но она живет, через каждые 2 месяца приезжает этот, и она ни разу не сказала, ну, по житиям, даже по расширенным, приведи ко мне священника на исповедь, я чувствую приближение смерти, нет. Ей было 25 лет, она была очень красивая, говорят. А умерла в 31 год, 6 лет ей хватило там постов и молитв. Вот, ну, Игорь, а кому же такое надо? Я подумал, что, может быть, Бог так устроил, так и есть, так да, и надо. Да, давай Фатинью. А Агафия была мученица. Мученица, чисто евангельское житие. Ну, я просто читал и восхитился. И когда меня спросили, ну а как, надо же близко называть к дате рождения. Я просто объяснил так.
Ну, это я еще не утверждаю, я говорю, почему мы еще молимся об этом. И вот братьев и сестер хотел спросить, потому что такое лобби за Фатине у меня сильное. У меня из Казахстана звонят, конечно, Фатине, там целое началось Майдан тут у меня начал. Вот, фатинизация. Вот, конечно, Фатине. Но у меня единственный аргумент, последний остался, что не евангельское житие, вот поэтому, житие. Вот, и если я просто включил просто два критерия, вот так, два критерия отбора. Первый критерий – должно быть евангельское житие, а второе – это евангельское житие должно быть максимально близко к рождению ребенка. И под второй, вот эта звездочка, как Агафья, она блестит ближе всех к ее рождению. Но есть другое мнение, что мне говорят, смири свой дух, назови Фатине. И вот до сих пор я в раздрае. Хотя Юля против Фатине, а у меня вся общественность, вся родня за Фатинью, даже неверующий за Фатинью. А я тебе еще сказал. А Игнат Тихонович сказал, и Фатинья, и Агафья два хороших имени. То есть я молился о том, что как Бог вас расположит в ваше сердце. А что называть день в день, это просто православная традиция. Это не правило никакое. Можно? Это не правило. То есть надо же желательно максимально близко к нему. В этом случае, как бы, в этом случае, я вот еще не принял решение. Вот понимаете, я раздвоился настолько, что я был полностью, у меня даже Акилина ее Агафья еще в утробе звала. Агафичка родится, я назову ее Акилина. То есть она не даже стоит. А Фатине, я не могу Фатинью обидеть, но читая, думаю, вырастет у меня ребенок. Может, мы не доживем до этого, там война будет, не будет, мы не знаем. Допустим, такую ситуацию проигрываю. Мир вокруг соблазняет ребенка и говорит, вот все в мужской одежде, сейчас девчонки ходят там в брючках, там в пиджаках, чуть ли не усы наклеивают себе уже, там все такое. И она скажет, папа, ну вот смотри, Фатинья в мужской одежде ходила, нормально, и не просто ходила, она там еще обоснование, во Христе нет ни мужского пола, а что ты меня тут учишь? Все. И у меня, а если бы она в Фатине Самарянке, я бы сказал, слушай, дочка, смотри, ты идешь против своей святой уже даже. Да. Вот. То есть мое мнение, вот такое человеческое рассуждение. Я хотел задать вопрос. Может быть, кто-то иначе мыслит? Можно? Я хочу брата немножко здесь настроить. Это все-таки историю не знает он. Дорогой ты мой брат, ну при чем здесь одеяние мужское и женское? Ясно, что женское у них было, оно такое же, как мужское практически, вот как я сейчас одетый. Вот такая же накидка была, я и все. Знаю, дело-то в следующем. Это как у якутов. Вот у них ходят, что эти в сапогах из оленей кожи, женщины, что мужики. Но у мужиков не разукрашены, у женщин разукрашены. А дел, если там мужик вот бисером разукрашенный, о, это женский, это плохо. А точно так же тебя согреет, и ничего страшного. Ну ладно, решили без бисера. Она-то в чем дело? Она Евангелие знает. Хочет ходить в рубище, как у мужиков. Не в мужском, а как? Ей не нужно эти разукрашивания, не надо, чтобы ее издалека с корабля-то видели и приплыли потом, и там что-нибудь сделали. Ей зачем это? Она мимикрировала, сидит себе, рыбу там ловит, и что? Она трудяга, она знала Евангелие отлично, раз она цитирует. А Агафья цитировала, вот мученица, а это цитирует. А? Агафья. Откуда она цитирует Евангелие-то? Агафья, она проповедует и жизнь отдает. Да, это видит, что там в миру кошмар творится. И она сама решается. Да ты что, это у тебя еще одна будет святая тогда дочка. Это будет, и та еще. Фатинья. Так что ты не торопись, погодь. А что ж, просто так церковь взяла и прославила, что ли, ее? А то были бы как ум у всех таких святых наших отцов. Ты что? Дело-то не в том, что она штаны напялила такая, солдатскую форму, погончики. Игнат Тихонович там через века, видите, я над вами смеюсь тут. Ничего этого нету. Ты что? Она хочет, она захотела себя отдать, всю себя по Христу посвятить. И это просто, ну и... Это она не монашка, опять же. Ну это ты за нее сказал. Она сказала не так. Она сказала так. Во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Поэтому одевай мужскую одежду. Не потому, что там я хочу скрыться или еще что-то. Она вот сказала и все. А теперь понимайте, как хотите это. Может быть, она хотела скрыться. То есть я анализировал эту ситуацию с обоих сторон. И то, что ты сказал, я знал, что и они, женское одеяние было похоже на мужское. И второе, я анализировал, что это она сделала в экстремальном случае.
случае, что, например, она хотела там именно быть такой, а в мир бы пошла. Но у меня много вопросов к ней, к этой Фатине. Я бы задал ей, но, к сожалению, я ей задать не могу. Конечно, я молюсь. У меня такая точка зрения, что если церковь признала ее святой по определенным причинам, по каким там, вот, это им виднее было, а не мне. Мне вообще не видно этих причин. Понятно, будем молиться. А Зоя... Так, еще один вопрос. Подожди. Она как оказалась на острове? До нее кто-то был на острове? На острове был Мартиниан святой. Тут вообще интересная история с Мартинианом. Мартиниан был такой подвижник. Мне чем-то он напоминает Василия нашего, блаженного или неблаженного, вот члена церкви. Я могу унизить Мартиниана, может быть, плохим пониманием его жития, но его житие как-то пестрит взаимоотношением его и беса. Вот то он ему является в одном виде, то запугивает, то еще как-то. И вокруг него вились женщины. Почему-то. Именно искушал его лукавый через это. И вот один написано житие Фатине, Зои и Фатине. Они друг друга даже не знали, я думаю так. Ни Зоя, ни Фатине друг друга не знала. Блудница решила договориться о том, что блудница договорилась о том, что я соблазню Мартиниана. Конечно, это делает сатана, по его мнению. Вот, и это и так и делает. И приходит ему в виде страницы, говорит, пусти меня погреться, а он отшельник, молится, все. Он видит, и он думает, гроза, молния, что мне делать? Запущу женщину, не запущу, она погибнет. Запущу, я соблазнюсь. То есть у нее даже был выбор не запустить, он подумал. Далее, ну ладно, запущу. Она заходит, утром он у нее загорелась ночью похоть. Последовательность важна. Не она его соблазнила, у нее похоть загорелась ночью. Он встал утром, так, ну никого нету, а потом видит женщина, а она свою одежду красивую спрятала и превратила в вид страницы. А утром оделась и говорит, вот я, бери меня. Он говорит, подожди, а я же монах, ну и что, я тебя люблю. И там она там целую тираду из Библии привела о том, что, прямо я читаю Житие, где доказывается, там Исаака перечисляет, там патриархов, всех перечисляет о том, что у них были жены. Он говорит, ну я тебя не могу в жены взять. Да ладно, так, нормально все будет. Вот, потом он решился все-таки согрешить. И выходит на и говорит, подожди тогда, я понял, ладно, уж согрешу с тобой, но хотя бы, чтобы люди не видели, Бог-то увидит все это. Вышел, пойду на дорогу, я же тут известный святой, и меня все ко мне ходят, пойду-ка посмотрю, чтобы. Вышел на полном серьезе посмотреть, нет ли кого. И тут написано, что Бог припомнил ему подвиги с юности, он встал на камешек, и тут его осенило, что же я делаю, покаялся. Вот, вот это приятно, что видно, что вот человек обычный перед тобой спустился, набрал хвороста, зашел в келью и зажег огонь. Как там келья не загорелась, я вот это не понял. Или там дно побольше было, или это каменное какое-то строение было. И встал в огонь и горит, а та Зоя смотрит на него, как говорится, челюсть отпала. Он горит, он весь обгорел и говорит, так, Мартиниан, что, хорошо тебе, горишь в огне? Нет, мне плохо, как бы сам с собой разговаривает. Ну иди, если ты хочешь вытерпеть это огонь, иди с Зоей там переспи. А если не можешь, так от тебя огонь вечный больше ждет. Он говорит, нет, я не могу вытерпеть. И все. Зоя смотрела этот диалог и покаялась. То есть он не проповедовал ей напрямую о Христе. Она увидела и покаялась и сказала, отче, я понял, что, Игорь, может, Зоя? Что ты делаешь. Что ты делаешь? И я все, прости меня, что же я дура там натворила? Я немножко... переигрываю, конечно. Говорит, что мне делать, чтобы спастись? Наставь меня на путь спасения. Какое наставление дает Мартиниан? Он говорит, как я вчера читал исцеление гадаринского бесноватого, тут на ночь, как говорится, сказки читаю о Килине. Вот, простите за выражение сказки, сказы истинные. Вот, и он сказал, иди, говорит, в свой дом и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Это он не оставил гадаринцев Господь, а сам ушел. Все. Что говорит Мартиниан? Иди в Палестину, там, к Павле, к одной там женщина, она вроде бы как основала монастырь, или в монастыре была, деталь не припомню, и будешь там подвязаться. И она действительно пошла в монастырь, а мы знаем, что монастырь курировался епископами, там, священниками, и 12 лет подвязалась в посте и молитве. То есть она конкретно прожила, христианскую, по крайней мере, жизнь. Там был священник, там была церковь, там это точно. Потом он говорит, все, меня сатана искушает, я убегу из этого мира. Демон ему говорит, куда бы ты ни бегал, Мартиан, я тебе везде достану. Он не сказал, ну ладно, я тогда буду здесь, как Марк Фраческий. Он с горы не слезал, пока там бесы сами не ушли. Он побежал на остров
И тут, говорит, сатана и здесь его не оставил. Плыл корабль какой-то. И сатана, не, именно сатана, прости меня, Господи, за имя, поминаю не то, но навел шторм. И спаслась одна девочка, красивая, 25 лет, красавица там, там девушка. И она плывет, ну, судя по всему, она не умела плавать, схватилась за это и подплывает. Что делает Мартинян? И тут бабы меня достали. Я же ушел, вот он демон. И дальше, ну спаси меня, я погибаю. А он думает, так, он думает? Вот наш русский спасатель, вот неверующий, что бы сделал? Да он бы спас и все, а потом бы все остальное. А здесь он думает, так, если я ее не спасу, она погибнет, она захлебывается уже там, когда шторм-то был. А потом, а если ее спасу, опять я соблазнюсь, я душу демону согрешу. То есть он уже заранее знает, что он согрешит с ней на этом острове. Мощный мужик. Он думал, думал, потом помолился, Господи, ну ладно, все-таки спасу ее. Спас. Спас ее и даже там не мог продержаться дня. Ну все, я сейчас скоро в грех впаду, кинулся в море. И, ну, там сделано, что два дельфина его спасли. А я им сказал, ничего, все с тобой нормально будет, тут корабельщик приезжает и тебя накормит, тут вода, хлеб, все, и, а я пошел. И всю жизнь он скитался, ходил и ходил. И потом перед смертью зашел в какую-то церковь, я не помню, там данные приводятся, лег на землю, а люди смотрят, ну вот, там служба, видимо, закончила или что. А кто это такой лежит-то? Что за бомж? И говорит, дайте мне епископа, призовите мне епископа. И они, люди не могут понять, верующие там христиане, может, конечно, они не верующие, они не святые все, или там верующие, но не святые, а он святой, вот он лежит, он святой, они такие, то епископа. И они подходят к епископу и говорят, ну просит епископа там чуть ли это, а встать не может, видимо, был уже обессиленный человек, старый, епископ говорит, а кто там, я сейчас подойду, посмотри, а, это Мартинян. Так это он святой, а не я. Ну и пришел вроде как, вот я не знаю, причастился, нет, все. Вот. А потом, а теперь вернемся к, это, к Фатине нашей. Там, как такое житие интересное, как кино. В конечном итоге, а Фатинья 12 раз становится днем на молитву. Вот так вот. И 24 раза становится ночью. Есть там что-то фунт хлеба, там какие-то данные мелкие. И вот, и приезжает этот... Мужчина и говорит, вместо монаха видит женщину. И что подумал корабельщик? Он испугался. Он испугался, говорит, это привидение. Она, и хотел уже уезжать. То есть она бы умерла голодной смертью. Потому что корабельщик понял, это привидение, это бес, это не женщина. Потому что они так и считали, наверное, что женщина это бес. Вот судя по... И она уже умоляет, там кричит, да я женщина, я христианка. Потому что море, глушь. И она ему кричит на корабль. Я христианка, там она его... Я клянусь Христом, говорит. Клянусь Христом. То есть, и тогда до него дошло. Все-таки да, это женщина. Надо. И тогда он подплыл и послушал. Она уже клясться Христом заставила. Там прямо написано. Клянусь Христом. Все, подплыл. Что тебе надо? Я вот так и так, Мартинян, все это рассказала. Ну давай я тебе перевезу. Нет. Что с ней произошло в этот момент? Нет. А ты, говорит, привези мне первое. Мужскую одежду. А условия. Второе. Шерсть и свою жену. Вот давайте просто на этом остановимся и дадим на обсуждение. Может быть, она решила сменить пол. Извините, простите меня, но мысль такая у меня возникла на долю секунды. Женщин, мужскую одежду, шерсть и жену свою. А жену для того, чтобы она стыдно ей было, что мужчина придет к ней на остров и поможет ей переодеться. Что вот. Тебе еще собака надо? В конечном итоге жена приехала, принесла ей мужскую одежду, шерсть, и еще она такое условие поставила, чтобы жена давала ей работу. Ну, она не ела хлеба даром, это 100%, она трудилась своими руками. Отлично. То есть вот на острове образовался цех по производству шерстяной тканой продукции, ну, вот. Это с бесплатной рабочей силой. А женщина была работодатель, она не ела хлеба даром 100%, она молилась 36 раз в сутки. Вот. И умерла молодой. 6 лет она прожила. Аминь. Вот. Но ни слова не сказано ни о священстве, ни о других добродетелях. Все, Фатинья. Благодарю. Подождите, минуточку. Не решили насчет завтрашнего дня? Собираемся мы или нет? И когда? Действительно. Самое главное. Ну, все уже знают. Как все уже знают, у нас будет канон читаться. Во сколько? Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Начинается с... С пяти? С,
С пяти, шести. Полшестого. Кто придет? Поднимите руки. Ну как бы удастся. Полшестого. О, даст-то, надо. Четыре. Никого нет. Короче, все, кто поднял. Брат, ты во сколько у тебя работа? С пяти или к шести. Брат придет. Во сколько, ты сказал? Ну, в пять часов, если будет, то и нормально, да? Нет, рано. Люди с работы, поэтому и не могут. Что рано? Рано. А что, в шесть, что ли? Я полшестого или в шесть? Благодарим Бога. Полшестого. В шесть? Полшестого. 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 Да. Да, полшестого. Все, полшестого. Давайте. Молимся, благодарим. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, слава Тебе за этот дивный день. Услыши нашу молитву о мятеже в Украине, утиши его, и людям дай покаяние. И о чем мы рассуждали, напомни нам о всех бедах и о всем, что Ты поручил нам, чтобы мы исполнили это с ревностью. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Братья и сестры, я не смогу прийти. Я дома буду молиться, а они меня отмут. Да. Бобровский собор, кто сможет подойти, приходите. Там во сколько служба вечерняя, сразу объяви. Ну, она с пяти везде, ну, а мы-то всегда ходим. Ты столько наговорил, все за Фокиней уже, все, ты молодец. Это потому что ты ни слова об Агапе сказал, а Фокиней всем понравилась. Главное, она труженица. Да, конечно, труженица, однозначно. Я тебе жить не могу сейчас рассказать. Тут, брат, знаешь что? Тут с большим смыслом оно подходит больше нашему времени, Фокиней. Потому что без священства, скорее всего, нам придется скоро обходиться. Она там где-то причащалась, и это причастие, все, ей так и вменилось просто, и все. Да, конечно, однозначно. Она не могла не быть христианкой. Это же седьмой век. Это же седьмой был век. Седьмой, по-моему, если я не ошибаюсь.